Всем дружный бокс, у нас с вами Штокс, и сегодня я пройду карту 72 способа умереть в Майнкрафте. Давайте начинать. И да, вы не раз слышались. 75 способа умереть в Майнкрафте. 75, это знаете как много, это просто пипец. Тут у нас разработчик. Ну это, короче, все нам не важно. Ну ладно. И если честно подумать, неужели так много способов можно умереть в Майнкрафте? Ну ладно, давай сейчас и... Так, первое мы уже пронесли. Так. А, это... Ладно уж, это и был левел первый. А, тут еще и головоломки. А тут и паркура есть. Ладно, так. Раз. Ладно. Так, кажется, я... Ну, я не хочу умереть, вы же меня понимаете. Так. Ага, понятно. Так, ага. Ой, куда 25-й? Куда 25-й? Какой Незер? Какие спойлеры? Что за фигня? Я даже первым не прошел. Так, до конца и... Пум. Ну что ж такое, я просто... Боже, ненавижу такие маленькие... Это только первый уровень, заметьте. А мне еще... Так, я как я могу перепрыгивать? Так какой это 25-й? Что они мне лапшу на уши вешают, и нет, я так и не могу. Ладно. Сейчас, давайте последний раз. Попробуем. Нет, невозможно. Опа, и какая-то магическая магия нам помогла. Ну ладно, не будем что-то на миниатюрку гонять. Главное, что нам осталось еще 2 прыжка. Опа, на, я смог, вот так хорошо. И последний прыжок. Ура! Так, самая неприятная смерть в Майнкрафте, когда ты копаешь под себя. Так, опять какой-то 25-й у нас есть. Я не понимаю, зачем нам 25-й. Ну, тут у нас лук, я... Так. Так, и как я понял, нам надо прилезть себе. Так. Так, боже. Как тут? Крыша маленькая. А, вот так, молодец. Так, главное. Мы сейчас будем хилиться. Так, отлично. Так, а нет. Так, мы сейчас будем хилиться. Так. Это не очень-то через легко. Так. Так, как это так сделать? В смысле? Так. Ну ладно, еще раз. Опа-на. Так, последний раз. Так, нет. Вот, все, отлично, я это смог. Это только третий уровень. И это такой сложный. Ладно, я не буду прям, чтобы вы все это видели, так что я, наверное, на собственно. Наконец-то, боже, так долго. Ё-моё, так у нас тут сундуки, тут у нас... Ага, все, я понял, что тут надо делать. Нужно нам падать. Так. Делаем лестницу наверх, так. Так. Вот так вот. Так. Вот так вот. Все, отлично. На самый наверх. Так, не нам... И... Потом сердечку. Ну вы издеваетесь. Мы еще хилимся, что неприятно. Так, ладно. Отлично, будем дальше прыгать. Так. Прыгаем. Так, три сердечка.
Так, отлично, еще раз. Так, все, по фасту, просто по фасту. А почему я урон не получил? Ё-моё, ну давайте. Получаем урон. Так, ну опять разъездка, я просто никуда не продвигаюсь. Так, еще раз. Так, отлично, просто... Нет. Так, почему я не по одному? Да ё-моё. Как же... Так, спокойно. Боже, так долго будет. Все, наконец-то. Я уже не регенюсь и... Так, почему я регенюсь? Так, все, наконец-то. Я так долго это делал. Так, куда я сейчас... Ну, чё? Почему так? Почему именно 26, я не понимаю. Так, у нас... Так, что сейчас будет? Обитель края. Так. Так, понятно. Ну, короче, я все понял. А, вот такие обители края. Так, ладно, все, наступайте на меня, давайте. Давайте. Все, молодцы. Возрождение. В смысле? Я что-то не понимаю, почему эта игра такая залагана, по-моему. Давайте. Это 26-й. Я был, вроде бы, на 4-м. Так, вопрос. Почему так-то? Так, они сейчас меня будут убивать, но... Вот я умираю, возрождение. 27-й. Ну, на 27-м, ну ладно, что же такого? Так. Ага, все понятно. Уже... Так, давайте взрываемся. Нет, я... Не, у меня нет, если честно... А почему я опять на 26-м, я не понимаю. Ну, короче, я на трошки перешел, и вот такие 75 карт у нас получились. Я думал, что это будет у нас везде сериал, а там несколько серий будет выходить, но нам разработчик тупо не дал это все нам пройти. Я не понимаю, почему так все. Очень обидно, если честно, потому что игра реально дает нам много впечатлений. 75 раз умереть это так сложно и очень долго, но просто никак. На этом я уже заканчиваю мой видеоролик, как он печально не казался. Карта залагана, и знаю, что с разработчиком, почему это не тестится, может у него все нормально, а я что-то не так сделал. Но если вы поняли, что я так не сделал, напишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Джокс, всем удачи и всем пока.